Что тут у нас интересного? Вот это. О, вообще удалось все захватить. Смотри. Ага. Сейчас посмотрю, Юр. Сейчас я сниму это. Непонятно. Она лопнутая, что ли, одноцельная была. Керамика. Кого-то пустотела, что ли? А это... Ой, что-то твердое. Очень твердое. Ну тут тоже все вперемешку. И вот этот бетон. Для чего? Там даже арматура вон проглядывает. Тут какая-то арматура торчит. А тут уже свежим бетончиком даже постарались подлить. Вот. Что же это в оригинале было? Не знаю. Вот кто-то выкладывал. Продолжаем движение. Посмотри, какой я... Барышня. Судя по всему, медная, раз зеленая. Ну, до нее не добраться, чтобы почистить чуть-чуть. Ну да ладно. Ну и пойдем туда. Сейчас дальше. И там посмотрим, что там есть интересного. Ну, здесь я вижу сплошной новодел. Сплошной бетон. Кругом бетон, кроме вот этой вот ванной. За ванную не могу сказать. Похоже, она на древнюю. Она явно из известняка выточенная, вырезанная. Хотя, ну, не видно, к сожалению, плохо видно края, что там нарезали. Вижу только год. 1840. Сейчас приближу. Вот здесь. Так. На мониторе я не вижу, где-то там, в общем, написано. Наверное, будет на камеру видно потом. А остальное все вот с бетона поналито. Даже вот эта вот фигура, ну, она вот с того же бетона похожа. Такой странный бетон, крупные камни куча. И вот она, кстати, тоже такая. Что это тут наверху было? Шарики какие-то. Чё к чему, вообще непонятно. Хм. А там какой-то образ. Вроде портрета. Опс, не туда. Да что ты? Вот такой вот. Ладненько. Продвигаемся далее. Вот такой интересный маленький бассейн. Но только не пойму, что там вот. Сейчас обойду. То ли там слив предусмотрен, то ли что. Квадрат такой вырезанный. К сожалению, не видно. Там много тины, листья. И не видать, что там такое. Интересно. А туда заглянуть не получится. Сейчас попробую. А внизу там ничего нету. Там совершенно ничего нету. Я думал, оттуда, наверное, вода подтекает. В общем, непонятно, откуда здесь вообще вода. Просто так набирается. Скорее всего. Хорошо. Продвигаемся дальше. Может, еще что-нибудь интересное найдем. Ну, вот таких вот здесь... Очень много. Все они разные.
фигурки. Сейчас я где-нибудь отойду и попробую на прочность, что камень, что за камень, хоть попробовать определить. Очень много. Почему-то все мальчики. О, арматура торчит. Вот здесь как раз бы и надо определять. Вроде типа ангелы, с крылышками, со стрелами. Так, а что у нас здесь? Какая-то ваза. Материал, к сожалению, не могу увидеть однозначно. Здесь против солнца встал. Кирпичами, причем обложено. Да. Вот здесь явно что-то когда-то стояло, откуда-то их взяли, тут залили всю бетоном, сделали такой. Вот эти, где стояли раньше, неизвестно. Что за камень, непонятно. Чем его определить, тоже не знаю. Очень-очень твердый. Не царапается, но какой-то очень интересный. Очень. Что это такое? Кто-нибудь знает, подскажите. Ой, кто-нибудь увидит, что я царапаю, блин. Оштрафуют. Пошел дальше. Спустился вот от этих вниз чуть-чуть. Так, во-первых, что это такое? Надписи практически не видать. Нет. Надписи, к сожалению, не видны. Вот здесь еще что-то чуть-чуть частично видно. Этот какой-то очень твердый, на известняк совсем не похоже. Что-то выливались чего-то явно в форме. Это, видать, сломанная была. Видно, что ее, видать, прилепили так прям на бок с остатков. Вот, что-то заложенное там. Опять мне нужен фонарик, как всегда. Он у меня, к счастью, с собой. Что там заложили у нас? Так, моргать мне не надо, пожалуйста. Учись нормально. Так, не понял. Там, ну, блин, как туда снимать-то? Короче, не знаю я, как тут снимать, но я вижу, там все кирпичами заложено. Какая-то большая комната куда-то. Ну, в смысле, как большая? Она уходит налево-направо. А вперед там, не знаю, ширина, может, чуть больше метра. Не знаю, что там заложили. Вот, кстати, окошечки остались. Вот здесь уже намного шире. Здесь, наверное, а там что-то в форме, как бы, непонятно. Нет, вот прямоугольная. Да, прямоугольная она. Она там прямоугольная. Ни хрена не видно, короче. Но большая. Больше 2 метров, наверное, точно в диаметре. Тут даже какие-то навесы были. Ну и, как всегда, закрыта дверь туда. Входа нету. Вот еще одно окошечко с навесами. В общем, опять неудача. Как что-то интересное, так нету входа. Продвигаемся дальше. Ну вот, подхожу к последнему фонтанчику. Вот мой друг стоит там, фотографии делает. И внизу, вот видите, тоже все заложено. Что тут было? Как тут было?
Вообще бетон какой-то интересный. Сейчас пойдем поближе и посмотрим еще поближе, что там такое было. Продвигаемся помаленьку. Так, камень тут. И он гранит использованный. Ну ладно. На камнях я, пожалуй, сегодня больше не буду. Не знаю тут, что из чего. Хотя вот эти камни, интересно, мне обработаны. Очень интересно. Так, сейчас попробую приблизить. Вот такая обработка. Довольно прикольная. Сейчас посмотрим еще на самый верх зайдем, что там у нас. Здесь я вижу ступеньки, фонтанчик, водопадик. Ну это они так похожи, насколько я понимаю, по порядку вода и течет. Только вот тот фонтанчик предыдущий, я не понял, в смысле бассейн маленький, как туда вода попадает. Здесь вот шары имеются. Вот так вот. Как бы интересно. В общем-то, единственное, что вот где какой камень, вот там что, дверь была, что ли, или просто камень стоит для того, чтобы вода стекала по нему. Интересно. Интересненько. Вот тут вылито, по-моему, бетоном, да? А вот с чего вот эти вот сделаны, с которых вода течет, не пойму. Скорее всего, внутри труба вставлена. Ну, сейчас еще, как обычно, фотографии сделаю, чтобы было понятней. И вот, по-моему, уже все здесь. Доходим мы здесь опять бассейн. Бассейн. А это что торчит такое? Что за фильтр? Для чего? Ваза. Кстати, обработка тоже вот внизу такая же. Ну да. Она самая. Здесь что-то когда-то стояло. Что-то не хватает. Там что, плиткой обложено, да? Плиткой обложено. Куда-то мы зашли. Какая-то башенька. Тут что такое? На замке что-то там. Не знаю, чего там внутри. Так, это кто у нас? Надпись есть. Каталени? Или чего? Каталени, Цаталени. Блин, не знаю. Не вижу букву. Вот этот. Гальдони какой-то. Монтеверде. А это кто у нас? Бутоне. Даже с табличками. Куда ж мы забрались? Ой, как красиво. Это мне нравится. Сейчас мы тут походим еще, посмотрим, что тут интересного и куда мы сможем зайти. И что мы увидим, и чего мы не увидим. Но все похоже с бетона. Ха. Здесь бетон. Явная. Вот эта вот конструкция явно не из бетона. И вот это, похоже, древнее. Скорее всего, затвердевший известняк как раз. Тут вот непонятно из чего.
Что-то очень твердое, не знаю из чего это, не могу сказать. Колонна стоит, остальное все из бетона. Скорее всего, тут бетоном остатки залили просто все снаружи. Вон там торчат камни нормальные, на самом верху сейчас приближу. Вот они, похожи на оригинальные. Здесь такие же вот эти ребята, из которых там вода льется, здесь с них вода не льется. Два штуки. Так, заходим вовнутрь. Что тут у нас? Опять узкая дверь, закрытая. Справа что-то вроде двери когда-то было. Все шубой залито, кирпичная. Сверху сейчас покажу. Видно, что кирпичная. Вон кирпич проглядывает. И вот сверху четко видно кирпич. Арка уже вся бетонная. Все, в общем, с бетоном. Но, к счастью, камни все-таки проглядываются хоть по краям. И здесь что-то вроде камина. Вот на... извиняюсь. Для чего здесь камин нужен был, мне интересно. Вот для чего тут камин? Вроде не похоже, чтобы тут закрыто когда-то что-то было. Да. И вот они, камни проглядываются, приближу. Вот это явно похоже оригинальные камни, скорее всего. Или, возможно, все-таки. Или для декорации их там воткнули. Не знаю. Ну, вид, конечно, отсюда хорошенький. Так, что тут? Ступеньки куда-то идут. А ну-ка, наклонимся. Что там? Ага, тут еще вниз ход есть. Сейчас спустимся. Придется спуститься. Откуда-то туда надо попасть. Так, вот та башня на расстоянии. Это мы оттуда заходили, где-то там. Примерно. Что-то ходили, уже заблудился. Вид, конечно, здесь хороший. Так, тут вход есть? Да, похоже, есть подъем. Сейчас пройдусь. Пошел дальше. Надпись плохо вижу. Платформ Нур Мид Максималь 10 чего. А, персонен. Чего? Не вижу. Петрельбар или что там. Так. Заходим. В общем, не больше 10 человек сюда входит. Ну, в общем. Как бы все в бетоне. Тут и кирпич проглядывается. Все, к сожалению, шубой залито. Ничего не вижу. Да, вижу только вот такие бетонные ступеньки. В стену вмонтированные, по которым я сейчас поднимаюсь. То здесь кирпич. А там что у нас? Камень непонятный, какой-то кирпич, шуба, штукатурка в виде шубы. И здесь у нас такое, вроде купола, кирпич, бетон и какой-то камень. Сейчас посмотрим, что за камень поближе. Не пойму. Как вроде залитый он. Ха. Странный. Очень странный. Ну тут явно бетонные плиты лежат. Вышел я на эту башеньку. Да, очень красиво все переделано. Кирпич, бетон, непонятный камень. Это даже с чего сделано?
явный новодел, похоже. Камушками что-то облепили. Прибор даже стоит. И сплошной бетон. Сплошной бетон, в общем. Все из бетона. Прикольно. Ну ладно, еще фотографии сделаю, добавлю потом. Довольно высоко.